школа номер 40 города Смоленск. Лена Благин. Весна. Еще в домах пылает печь, и поздно солнышко стоит. Еще у нас наша речь спокойно ходит через лес. Еще к сараю с дровами не проберешься напрямик, а в садике под деревами светло и дремлет снеговик. Но еще мы все тепло одели, фуфай, ватные штаны, а все-таки весны примет во всем уже нет. И в том, как крыши потеплели, и как у солнца на виду капели, падая запели, захлопотали, как в бреду. И вдруг дорога стала влажной, а валенки водой полны, и ветер нежный, протяжный, повеял с южной стороны. А воробьи кричат друг дружно про солнце, про его красу, а все веселые веснушки